стартовал новый сезон КВН Казахской лиги. В фестивале приняли участие 6 команд. Веселые и находчивые по-прежнему веселят народ и обсуждают актуальные темы, используя сатиру. Более подробно расскажет наш корреспондент. Сезон был построен по всем правилам. Были традиционные ходы и эксперименты. Тема юмористов называлась «В мире информации». В полуфинальной игре командам были даны задания, однако не все участники справились с поставленными задачами. Так, например, не получился конкурс приветствия у команды из города Сарань, кстати, которые стали открывашкой фестиваля. На конкурсе было видно, что многие команды работали на полную мощность, приятно удивили и местами расстроили. Как отмечает вице-президент Казахской лиги, КВН – это непредсказуемая игра. И как поведет себя зритель и жюри, неизвестно. Мы ждем от команд очень остроумных шуток. Конечно, в последнее время у молодежи в КВН появилась большая заинтересованность. И в дальнейшем будем надеяться, что уровень казахского КВН вырастет вдвойне. Итак, из 6 команд прошли в финал всего лишь 2. Это гости из города Акжал и команда «Жастар». К слову, это хороший показатель для только зарождаемых команд. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский.